Гвоздь программы. Сегодня ночью выступает... Я... Ночное представление вот-вот начнется. Лунтик, ты где бродил? Тебя уже все заждались. Меня? Ну, конечно, тебя! У тебя выступление с минуты на минуту. Пойдем скорее. Дорогие зрители, сейчас Лунтик продемонстрирует вам свои телепатические способности. Я буду называть ему слово, а он говорить, где находится картинка, его изображающая. Но внимание, так как Лунтик совершенно необычная пчела, то и слова я буду говорить по-английски. Лунтик, ты готов? Готов. Поможешь мне? А то я сам могу не справиться. Долфин. Слева внизу. Верно. Долфин. Дельфин. Итак, приготовились. Hippopotamus. Справа наверху. Верно. Hippopotamus. Бегемот. Еще раз перед вами несравненный Лунтик. Пиг. Справа внизу. Верно. Пиг. Свинья. Итак, приготовились. Крокодайл. Слева наверху. Верно. Крокодайл. Крокодил. Еще раз перед вами несравненный Лунтик. Энт. Слева внизу. Верно. Энт. Муравей. Итак, приготовились. Vegetables. Справа внизу. Верно. Vegetables. Овощи. Еще раз перед вами несравненный Лунтик. Шок. Слева наверху. Верно. Шок. Акула. Итак, приготовились. Кенгуру. Слева внизу. Верно. Кенгуру. Кенгуру. Еще раз перед вами несравненный Лунтик. Такси. Справа внизу. Верно. Такси. Такси. Итак, приготовились. Зебра. Справа внизу. Нет же. Зебра. Зебра. Еще раз перед вами несравненный Лунтик. Бэт. Справа наверху. Верно. Бэт. Летучая мышь. А теперь поаплодируем несравненному Лунтику, лучшему среди всех телепатов. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз.